Мозг адаптируется думать на английском. У тебя легче говорить свои мысли на английском. Но по-любому я никогда не забуду вообще мой родной язык, это румынский, но у меня очень большой молдавский диалект. Я так говорю, шифаш мой кумбяса. У меня никакой некрасивый румынский, поэтому мне немножко, не знаю, как говорить на румынском на YouTube. Меня очень много людей просят, но боюсь, они разочаруются, потому что мой румынский, он с молдавским акцентом. Вот. Ну, я, конечно, могу говорить на красивом румынском, но зачем? Это то же самое, что американцев пытаться говорить на британском акценте. Это просто, это не я, и это меня, не знаю, это мне просто пытаться быть кем-то другим.